Вот, Михаил, молодец, первый раз пробует снаряд конус. Ну, пару слов, можешь Очень сказать? интересно, я вообще человек новый, проходил мимо, ребята тут занимаются, я поинтересовался, в чем дело, говорит, вот армрестлинг, только вид спорта. Я заинтересован, вот будем пробовать, левой рукой еще можно. Давай. Вот. Тут вес небольшой, ребята говорят. Ну, 43 килограмма не все смогут оторвать. Ну, не знаю. Снаряд более скользкий такой. Скользкий, да, вот. Конус. Конус от компании Сила Руков очень мощно развивает силу хвата и укрепляет связки. Всем советуем. Давай. Давай, давай, тащи. Нет, помнишь, мы поднимали, которая черная? Черная? Да, да, да. Тоже 60 метров. Лево идет, да? Ну как вам снаряд, русская рулетка? Русская рулетка, да. Впечатляет. Поднял, да? Левой рукой? Левой поднял. Да, правой. Молодец. Михаил, правый, молодец. Правый. Музыкальное прошлое. Угу. Право, влево. Пробуй, пробуй. А ты палец можешь вот так, да? Можно вставить? Нет. Только закрытый хват палец должен быть. Все, понял. А таким даже сожалею. Да. Легче, не то. Давай, тащи. Тащи. Отлично, молодец. Все, больше не так. Буду, хватит мне. Как снаряд вам? Русский кирпич. Супер гуд. Моя маленькая, но победа. Вот это, конечно, вес небольшой. Русский кирпич от компании Сила Руков. Отлично. И? Отлично. Ну, пару слов теперь о русском хабе. Новый снаряд, русский хаб. А сколько времени-то? Все, здесь все для меня очень ново и интересно. У меня как-то оно не выделяется что-то больше, что-то меньше. Интересная штука. Сейчас еще 5 накинем, я попробую левую. Левую попробую.